четверг в Самарской области снова будет по-летнему жарко, ясно и без осадков. В дневное время 27-29 с плюсом, ночью 16-18 выше 0. Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 1-3 метра в секунду. В Сызрани облачно, днем плюс 28 градусов, ночью плюс 16, ветер юго-западный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти ясное небо, днем 27 тепла, ночью плюс 16 градусов. Западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре ясное и без осадков, днем 28 градусов тепла, ночью плюс 16. Ветер западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 27%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.